Шеф-повар Максим Григорьев. Коктейль «Белый русский». Коктейль «Белый русский» – алкогольный микс на основе водки, кофейного ликера и сливок или молока. В классическом варианте сливки или молоко не смешивается с водкой или кофейным ликером. И выпивается без коктейльной трубочки, просто из стакана. По мнению любителей, сначала в рот попадают кремовые сливки, а уже потом крепкие водка с ликером. На практике предлагаются различные варианты, со льдом или без, с кубиками льда или раздробленным, со взбитыми или нет сливками, или вообще с молоком, с трубочкой. Или по классике без, перемешанной в шейкере или послойно. Время приготовления – 5 минут. Ингредиенты – первый вариант. Водка 50 мл. Ликер кофейный 20 мл. Сливки 20% 30 мл. Ингредиенты – второй вариант. Водка 50 мл. Ликер кофейный 20 мл. Сливки 20% 30 мл. Водка 40 мл. Ликер кофейный 20 мл. Молоко 30 мл. Ингредиенты, третий вариант. Водка 50 мл. Ликер кофейный 20 мл. Сливки 20% 30 мл. Водка 40 мл. Ликер кофейный 20 мл. Молоко 30 мл. Третий вариант. Водка 30 мл. Ликер кофейный 20 мл. Молоко 40 мл. Шаг 1. Подготовим ингредиенты, водку, кофейный ликер, сливки любой жирности или молоко, как вариант, лед. Шаг 2. В классическом виде в стакан со льдом сначала наливается кофейный ликер. Шаг 3. Затем сверху медленно наливаем водку, стараемся как можно меньше смешивать жидкости с сотрясением. Шаг 4. Только потом сверху наливаем молоко или сливки. Со сливками легко, они всегда остаются на поверхности, но вот молоко так и норовит смешаться. Я рекомендую наливать молоко через ложку, так смешивается менее. Шаг 5. Вот так будет выглядеть наш белый русский в классическом варианте. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.